Всем привет, ребята! Без лишних слов, переходим на разбор турнира Indian Wells. И сегодня я хочу разобрать очень три интересных матча второго круга. Начнем с матча Мертенс-Анисимова. Равный матч ожидают букмекеры, судя по котировкам, которые они выставили. Однако я не соглашусь с этим. Я считаю, что несмотря на то, что Мертенс недавно выиграла турнир в Доха, где она обыграла в финале Сибону Халеб, все же как-то я не сказал бы, что Мертенс прям очень идеально хорошо играет. Хотя, конечно, она реально показывает прилично неплохой, хороший теннис. И она реально топ-игрок. Но все-таки я считаю, что на текущий момент Аманда уж точно не уступает ничем. Анисимова реально хорошо играет на своих домашних турнирах. И судя по первому кругу, она находится в отличной форме, в прекрасном состоянии. Я считаю, она будет реально чувствовать себя как рыба в воде, потому что будет ее поддерживать. И реально у нее сейчас идет игра. Поэтому именно американскую теннисистку я тут вижу фаворитка и рекомендую поставить тут на Аманду Анисимову. Далее у нас матч Цибулкова-Андреску. Очень нравится мне тоже, как прогрессирует канадская теннисистка. Реально очень такой хороший, разнообразный и даже мощный теннис показывает Андреску. Кое-где не хватает очередного опыта, стабильности. Матч с Бегу вышел очень непростым. Пришлось ей отыгрываться и в третьем сете, и после первого сета. Но она на характере реально вытащила этот матч. Там, конечно, и румынка играла очень хорошо. Тоже стоит это отдать должное ей. Но все-таки на данный текущий момент Андреску явно сильнее намного выглядит, чем Цибулкова, которая пока совсем мало провела матчи в этом сезоне и провела, скажем так, невнятных матчей. Лишь одна у нее победа над Аро Бареной, и то в трех сетах. На данный момент я пока как-то вообще не вижу Цибулкову как-то среди лидирующих вообще близко даже позиций. Я считаю, что как-то она немножко ушла в тень. Пока, когда вернется, не знаю, но однозначно тут я не вижу шансов для Доминики в этом матче, поэтому можем, конечно, сыграть за небольшой коэффициент победу канадской теннисистки, но я здесь возьму небольшую фору, хоть вы это и не любите, минус 2,5 гейма на Андреску. И третий супер крутой матч второго круга — это матч между Сереной Уильямс и Викторией Азаренко. Еще до того, как эти девушки стали мамами, они встречались между собой. Их крайний матч был как раз на этом турнире, но это была совершенно другая стадия. Это были совершенно другие позиции, форма девушек. Это был финал этого турнира, и там одержала победу Виктория Азаренко, которая тогда находилась в прекрасной форме. И несмотря на то, что Сирена Уильямс по личным встречам достаточно уверенно ведет, но все матчи с белорусской теннисисткой у Сирены проходили очень непросто, и если я не ошибаюсь, лишь две победы Сирена Уильямс смогла одержать в двух сетах. Остальные были либо в трех сетах, либо Азаренко побеждала, причем трижды побеждала на Сирену. Поэтому, как минимум, для Сирены на матч легкий не будет. Я не знаю, почему так американку высоко оценивают. Тем более, что в целом они находятся в равных условиях. Обе, как бы скажем, пытаются вернуться в тур. Конечно, у Сирены это получается лучше. Все-таки она уже в финалах играла после рождения ребенка. У Азаренко, конечно, пока таких результатов и близко нету, но тем не менее, именно по недавним матчам я вижу у Азаренки подъем, я вижу у нее желание большое играть. Еще нужно работать над стабильностью, над многими аспектами игры, но все-таки я считаю, что этот матч будет принципиальным для обеих девушек. Они на него настроятся очень серьезно, каждая будет играть по максимуму своих возможностей текущих. И я рекомендую тут реально сыграть в пользу белорусской теннисистки, а именно взять победу хотя бы в одном сете Виктории Азаренко. Ребят, для любителей фрибетов,
на MLB сейчас появились новые бонусы в виде этих самых фрибетов, так что можно попробовать не рисковать своими средствами, а воспользоваться, скажем так, тем, что предоставляют эти сервисы. Поэтому, если вы еще там не успели пока зарегистрироваться, то сейчас, думаю, самый подходящий момент это сделать и испытать свою удачу. Так что ссылочку ищите в описании к этому видео. Ну, это у меня, ребята, все на сегодня. Хочу в конце всех девушек, женщин, бабушек поздравить с 8 марта. Пожелать всем вам любви, любви и еще раз любви. Ну, а это у меня все. Всем удачи и увидимся в новых видео. Всем пока-пока!